Эй, всем привет! Сегодня день у нас среда, наверное, да, и время 16:09 и 8 октября. Мы уже идем с работы. Наконец-то эта работа меня просто в край замучила. У нас еще там куча новых народу пришло. Нового народу. Все работать хотят, все работают. И вот такая большая туча. Большая туча. И нужно успеть до этой тучи сходить в магаз и вернуться домой, потому что время уже много, нужно готовить, кушать. Сегодня мы делаем салат такой, который с маринованным луком мы делали на мой день рождения. Потому что я его ходить на улице, ветерочек. Мы уже все, идем домой, и я несу арбуз и полирую его в свою курточку. Я принесу домой уже чистый арбуз, его мыть не надо даже. И будет, нифига, она у тебя уже. Обалдеть, смотрите, тут написано лимоны. А, вот это подстава, да? Вот так вот на кассе можно обмануть. Кого не обманывал? Пришли мы домой. Тут ждет, как всегда, Пудка, который соскучился. Очень скучает, когда сразу заходишь, он сразу просто... И потом сидит у тебя... Смотрите, я камеру переделал, он... В другую сторону поворачивается и сидит просто у тебя на коленках все время. Все время? Да. Он от камеры отворачивается, а вот что-то не отворачивается. И заляпал, наверное, своим носом. Во, все, садится, видите? И вот так вот можно сидеть так полчаса, и он будет сидеть, пока ты не встанешь. Сколько шерсти летит, я прям вижу, надо его чесать, и он не дается чесаться. Он такой вот засранец. Вроде с рождения его чешем, а он все равно не привык, да? Обычно же говорят, ну, да, что с рождения приучайте кошку чесанию, она тебе... Так и все ему с рождения, и когти подстригаем, и чешем, а он все равно не привык, ему все равно это не нравится. Сейчас он сидит, вот ногти не подстрижены, и он их прям вот... Он рад меня видеть, урчит, и прям так это, так впивает мне так, ногти в меня. И больно через джинсы чувствуется. Давайте-ка мы попробуем, почешем. Может, все-таки что-то вычешется. Ну вот мы и начесались. Максимум, что нам удалось вычесать, это вот. Но это тут, правда, уже оно скомканное все. Но это все, что удалось. Ладно, сейчас будем. Что сейчас будем? И есть арбуз. Конечно, есть арбуз. Пробовать, какой он. Вкусный, невкусный. Если вкусно, зашибись. Если не вкусно, то отстой. Я хотел еще дыню купить, но дыня. Я уже не захотел нести в одной руке арбуз, в другой дыню. Поэтому без дыни. Дыню я буду покупать на выходных, потому что на выходных Лена уедет. И я буду один. Она в пятницу уедет. И этот влог, скорее всего, в пятницу только выложится. Потому что сегодня среда, в четверг. Я смонтирую его и не смогу выложить только в пятницу с работы. Такой вот отстой. Режем арбуз. Вот такой вот, я не знаю, он какой-то выглядит не совсем красный, но вроде от него пахнет краснотой и вкусом арбуза. А еще, смотрим, телек. Вот этот пультик, что у меня ни хрена не работает. Я его не смог на этом телеке настроить. Может, с этим телеком проблемы, но какая-то шняга у меня получилась. Его, короче, надо зажать у него вот эту клавишу. Вот здесь видно, что это. Она моргает, работает. Зажать эту клавишу и держать, пока здесь звук не пропадет. Потом он пропадет, еще раз нажать, и все, типа, настроили пульт. Но здесь так не получается. Буду дома пробовать на других телевизорах. Лук замариновали, курицу поставили вариться, и кот ходит со мной, играет. Вернее, трется об меня. Вот он опять хочет. Я не знаю, что он хочет, но он трется, по крайней мере, об меня. Че хочешь? Че уж такие горячие? Что нос кожаный. Вот. И будем садиться кушать. А еще помните, я покупал рамку для фотографий в метро, когда. И вот я ее присобачил, на ней спокойно рисую. Белый лист туда вместо фотографии засунул, спокойно не рисую маркером, который для этих, для вот whiteboard, который для досок. Понятно, короче, маркерных. И вообще спокойно рисуется, стирается, никаких следов, ничего. Очень хорошая игрушка. Все, мы пошли пить чай.
с бутербродами и со вкусными печеньками, просто офигенские вкусные печеньки. Сейчас вам их закажу, покажу. Вот такой вот датский вот хрустящий печенье с овсяными хлопьями, просто вообще офигенское. С ним будем сейчас пить чай. Все, вам приятного аппетита, увидимся с вами уже, когда будем делать салат. А еще на ужин будет крутая... Нет, не на ужин, завтра на работу будет крутая паста с собой. Ее тоже покажу. Ну все, ребят, мы садимся уже кушать. И время 9, даже 20:59. И мы сейчас будем хавать. Приготовили пасту. Ну, типа паста, это приправа вообще... Чья-то, не помню, приправа. Просто варишь макароны, заливаешь эту всю шнягу водой, масло туда бухаешь, доводишь до кипения, и потом вываливаешь макароны, перемешиваешь, вот тебе готово. У нас сами делается паста на сливках, на... Ну, это, да. Вкуснее. Ну, так, а то. Вот, и сейчас будем хавать еще. Салат заготовили, мужской каприз. Я не стал его показывать, потому что он у меня был, в принципе, на день рождения. Кто хочет, может посмотреть, или, может быть, так, видео знает. Качаю сейчас OS X Yosa Beta 4. Еще качать, правда, 3 часа 32 минут 41 минуту, 58 минут, 4 часа. Ну, вот, как-то так примерно. И будем смотреть интерны. Мы начали вчера стрейк, кстати, потому что нам... Мы вчера не ходили на работу. Мы вчера обленились и не пошли на работу. И начали смотреть Need for Speed. Да, жажда скорости. Вот. Ну, начали смотреть, только так и не досмотрели. И сейчас пока... Ну, потому что там посмотрели буквально минут 15. Да, примерно так. И вот. Вот, да вот. Все, короче, сейчас пока есть сериал, смотрим сериал. На выходные я себе накачал фильмов. Это Люди Икс. И еще какой-то я себе фильм скачал. Сейчас даже скажу, что я себе скачал. Капитана Америку и Люди Икс скачал, да. Именно так. В этом... Сырный день. А? Сырный день. Сырный день, да. Все, всем приятного аппетита. Мы садимся хавать. Я уже жевал вам в предыдущий раз, так что пофигу, если вы, например, все еще едите, так что продолжайте приятно поглощать свою пищу. Мы будем смотреть сериальчики. Эх, меня на улицу выгнали, заставили мусор выкидывать. На улице вообще так-то тепло относительно, и даже я вот в шортах иду, и мне не холодно. Градусник 8 показывает, в принципе, реально. Ну что ж, как всегда, на этом стульчике, на этом месте. И вы понимаете, что сейчас будет, да? Мы идем спать, время 20 минут первого. И я не знаю, вот я кота толкнул только что, он испугался, наверное. Сейчас коту только что подстригал здесь шерсть на шее, чтобы он ему в рот не лезло. Он прямо лежал тут и урчал. Ему, наверное, так дико понравилось. Сейчас что-то кот хвостом машет. Сейчас не нравится, наверное. Но хватит. Веником своим намахивает. Вот. И не знаю, время вот 20 минут первого. Бывает в час ложишься. И все равно, я ложусь, и просто я могу пролежать до двух, до полтретьего, и я все равно не усну. Даже если я в 12 ложусь. Я вот... Ой, извините. Зеваю. Но я не усну. Я просто лежу и не засыпается. Чувствую, как мне сифонит в поясницу прям из окна. Дует, надо бы окна уже затыкать. Мясо на шерсть везде просто летает. Будем собираться спать, потому что завтра на работу. Это всегда на работу каждый день. По выходные не на работу. Ну и мы собираемся, по-моему, идти на работу, пока ничего не передумали. Поэтому надо отдыхать как-никак. Я начал смотреть сейчас фильм «Капитан Америка», который 2014 года скачал. 40 минут, что-то пока пострел. Еще у меня качается все еще Йося. 45 минут, 44 минуты, 42, 41. И вот
Ну, вы понимаете примерно, сколько времени прошло с последнего раза, когда я вам говорил. И сейчас 4,5 гигабайта скачалось. В общем, это очень плохо. Будем надеяться, что докачается. Ну, я не знаю, ночью она сама установится, и мне надо будет потом нажать «Установить». Смотрим. Ладно, друзья, на этом будем с вами точно прощаться. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Мы с вами, наверное, не знаю, либо в субботу, либо в пятницу увидимся. Там уже посмотрим по обстоятельствам. Ладно, все, всем до скорых встреч. И мы с вами увидимся обязательно. Все, всем спасибо. Пока.